Что нужно сделать в греческом языке, чтобы к прилагательному добавить слово «самый», «самое», «самое»? Очень простая комбинация. Слово «самый», «самое», «самое» в греческом не меняется по родам, по падежам и по числам. Это слово, состоящее из трех букв «пьё». То, что нам будет помогать понять, какого рода слово, в каком падеже оно стоит и в каком числе, это артикль. Ну, артикль — это неотъемлемая часть любого существительного. Чтобы сказать «самое» перед прилагательным, в первую очередь мы должны поставить артикль, относящийся к существительному, о котором мы говорим. Артикль, частичка вот это «пьё», неизменная, затем прилагательное и существительное. Итак, самое большое простое число. У нас здесь два прилагательных. Большое и простое. Число. Начинаем с самого конца. Это у нас слово «arithmos». Мужской род. Значит, артикль в самом начале будет мужского рода «о». Берем дальше прилагательное в форме этого существительного «большой», «простой». «Megalos», «aplos». И добавляем частичку «пьё». «О пьё мегалос аплос аритмос». Артикль «пьё» прилагательный, хоть 10 штук, и в конце существительный. «Самый» — неизменная частичка, не меняется ни по родам, ни по числам, сейчас самая простая. И вначале выносим артикль «пьё» прилагательное, существительное, и получается такая чудесная конструкция превосходной степени прилагательного.